Вот, приехали. Сегодня у нас 26-е. Еще привез камень, теренький уже. Дальше не надо. Давай. Интересная техника какая. Столько нагрузили. Ну, Игорь там был хозяин, барабаш. Грузите, грузите. Это раз в два больше, чем раньше мы грузили. Что-то не ладится. Ваня там стоит. Я его забрал оттуда, мы тут будем двое. Сегодня две машины. Еще! Скажи, чтобы еще поднял. Назад, назад. Пускай вываливает. Я и не знал, что там. Вот это, да. Ну, про эти большие блоки я не знал. Что-нибудь, как ты проедешь, и надо сдвигать будет как-то? Сдвинем, Тун сюда приедет, сдвинем. Да нет, он тут не нужен, из одного это тогда придется вот здесь как-то проезжать бровкой туда. И мы маленько сдвинем чуть-чуть ломиками. Мой ломик оттуда привези, с двух сторон заостренный. Хорошо. Так, кувалды где? Да. Покажи. Большую кувалду возьми одну, а то та слетает у вас. Давай. А там еще есть одна. О. Смотри, не прижимай к себе, что-то она грязная. Все, ждем. Так, понятно, кувалда есть. А там ломиков не было? Давай сейчас камушки вот эти отбрасываем туда в сторону. Мы дорогу должны расчистить. Все. Ну, правда, тут и мелочи хватает. Вот сюда, мелочь вот сюда, кидай рядом прямо. А мы с этими блоками что-то должны делать. Расколотить или как, не знаю. Да, все расколотить. Нам я ничего не сделать. Вот посмотри, что тут было за ночь. Вчера мы работали. Здесь оказалось все не так, как думал. Тут глубоко прорвало, и тут 60 сантиметров только воды. Да там няша, это называем каша, это вся. И это каша еще сколько. Ну, сейчас надо это все завалить. Сумеем мы это завалить или не сумеем, Бог его знает. Ну, две машины, Кун называется, Кун. Сейчас это сокращенно, видимо. Вот здесь видать даже землю, а здесь сразу пошла глубже. Ну, ничего больше не сделать, как только валить туда и все. Вот тут оно как раз показано глубина. Вот здесь. Ну, все, пока. Вот машина привезла теперь кирпич просто. А за это время тут упали два блока. И мы их рычагами передвинули с Ваней один. Но один не могли. И вот теперь помог Терентий нам. Переворачивайте. Помогай ему. Рычаг Архимедов. Теперь
Ну, развернуть его вот так вот надо, боком, сюда. И вон туда его спихнуть, помоги ему. Еще, еще. Поможет, подожди. Ну ладно. Можно было прямо туда его подтолкнуть. Он, вот, вон где тому рядом. Так, еще раз. И еще раз. О! Так, Ваня, еще раз переверните его туда, чтобы он встал. Но не уронить туда. Ну-ка. Так, еще туда наклоните. Еще раз один. И он будет стоять, по-моему. Можешь повернуть? Да, да, маленько подвернуть его и поставить. Смотри, что делается. Вот так, все. Не уроните только. Хорош. Все. Так, убирай вот эти палки. Ломик наш. Отлично. А тут делать нечего. Если поедет это, ну, Исаакия, можешь взять, если не нужен. Хорошо. Подъезжай сюда. Смотри там, как куда брякнуть. Давай. Вон туда, туда. Все. Мы здесь разровняли ровно, чтобы было. Вы показываете, да? Я сейчас сзади махну рукой. Давай. Дальше, дальше, дальше. Давай, 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 давай. Давай. Еще, еще. Еще, еще. Еще, еще, еще. Давай, 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 давай. Еще, еще, еще. Еще. Хорош! Вали! Но чтоб дальше не ехало. Тут я пошел в другой стороне. Вода пошла кругом. Все, во! Замечательно. Пошел. Все. Сейчас Исаакия нам привезут. И втроем будем. Мы вот эту бровку убрали, чтобы тебе заезжать до сих пор можно было. Сейчас Роман подъедет. А хорошо, давайте. Две машины. Все. Ваня, давай камушки кидай с этой стороны около столба. Вон где наши отпилены, с этой стороны зайди туда дальше. И начинай кидать их. Только чтобы через борт не переходили. Какой хороший. Кидай, какой есть. Выбирать уже не будем. Давай. И большой камень.
и мелкие всякие разные. Плюх. Вот, перекрытие не прогресса, или как говорят, Саяна Шушенская. Дальше не бросай. Ну, слава богу. И это задвинули, с места сронули. Вот, вдалеке, видать, машина едет. Это Рамон едет. Я не вижу, где она. Вторая машина на одной Терентии. Показываю. Исаакия везет меня. Это снова Терентий. А? Это снова Терентий. Терентий снова? Да. Курама, наверное, полом, что ли. Ну, показать ему где. Давай. Маленько потом туда. Вон туда. Вон тот угол. Терентий, посмотри на тот угол. Вот этим левым колесом ты можешь до сих пор доехать. Вот сюда вот свалить его. Во. Ага, упор сделать, чтобы случайно туда не съехать. Нет, ну упор как, поставить? Здесь, да, какие-нибудь камни. Нет, подожди, ну положи камень, положи. Чтобы уперся и чтобы назад не прокатился, да? Когда вывалил. Ну это на один. Это надо подальше туда, подожди. Это слишком близко, туда. Близко. Это под какое колесо, под правое? Надо поближе вот сюда свалить прямо. А, прям сюда? Свалить туда, прям в самый угол. Ну, давайте. Так, ну вот, давай. Ну, я тут буду показывать. Да, я буду показывать. Запнулся, ноги-то не держат. Все, выращивай. Давай. Давай. Еще. Давай. Давай, еще. Еще. Маленько еще. Еще. Хорош. Все. Посмотри, вроде дальше бы не надо, чтобы не обрушилось. Нет, а там далеко. Лучше не надо, мы скидаем. Не надо рисковать. А то берег обвалится. Так, Ваня, уйди оттуда. Издалека смотри. Здорово.
это техника, значит, а вручную там еще тут по кирпичику носили. Все! Ребята, скидывайте туда кирпичи. Все, все. Так, не надо, просто кидаю. Ближе к этой, прямо, смотри, Исаки, прямо колоса с этой стороны. Оградки. Ну дальше туда кидай, что будет. А хорошие целые кирпичи сзади вот сюда подкладывай. Исаки. Во. Да вот, это бетон ложим. Все. Бетон. Да, внизу можем, внизу. Что-то кидайте. Лопатами, ломиками здесь сбили, и сейчас он вдвоем хорошо сдвинули с места. Все. О, привез, вторая машина сломалась. Это привез сиреньки. Третья машина. Третья. Там фотоаппарат был, но нету его. Отлично. Все. Слава Богу. Вот пока Терентий ездит. Мы 4 ломиком дырки просверлили в земле, сделали палатку от солнца укрыться, сено настелили. Сейчас закончим вот это, какая куча-то получилась. Ваня, не рви сапоги, ох ты баловной. Все, та машина не пойдет, ты один успеешь. Так, ну что, ребята, давайте. Вот Исааки помогает, пришел, и Ваня. А потом отдохнем. Кидай туда. Вот. Целый кирпич отбирает. Это ломает старый. Чем дальше будете кидать, тем лучше. Прям за воду туда дальше кидайте. А в воду вы и мелкие столкнете. Во-во. Вон там, где сырое, туда кидать. На ту сторону. Я не вижу все равно, где она. Все на этом. Вот бут заготовленный. Это все только для того, чтобы здесь, как горная река, переход был. Вот запись. От солнышка поставили мы небольшой как бы шатер. Это Ваня с Исаакием лежат. А там машина идет. Вот я оттуда. Они слышат. Сказали. О! Ребята, вылазьте, потихоньку вылазьте, комарики вас там кусать не будут уже, все, веточки можете положить. Вон он где, одна машина, Терентий, 4-я машина сегодня. Вот он куда уезжает, а теперь разворачивается. Так, здесь не торчите, в сторонку отойдите, лопаты маленько убери отсюда. Я ему покажу. Что тут?
Давай. Вон туда. Я буду стоять тут. Вываливай. Да. Прям туда, да. Мы больше теперь одна к одной. Разравнивать бульдозер будет. Камень-то тут брать бы надо. Не сумеешь убрать? Перекинуть его или положить наверх? Вот на этот вот. Вот, положи. Все, уходи оттуда. Все. Все, теряйте, давай. Вываливай. Каждую машину фиксируем. Ребята, как они у меня тут под палаткой-то устроились хорошо. Ванины только пятки торчат. Машина идет. Исааки, поднимайтесь потихоньку. Не торопитесь, одевайтесь. От жары, от паутов маленько спаслись. Ваня тут все усовершенствовал, натягивал. С дороги сапожки убери. Вот это не задень, Исааки, сорвешь. Он, видишь, нашел проволоку тут в арматуре, Ваня, и натянул. Везде натянута проволока. А тут веревочка. Видите как? И с той стороны тоже там корешок и веревочка к палке натянута. Это военные палатки. Я вел занятия в высшем авиационном училище. И когда его расформировали в милицейское, институт превращали, то мне многое дали. У меня знакомство было с генерал-полковником Пинковым. Давай еще. Хорош! Ну. Ой, я тут не могу. Подойду. Вот такая, брат, работа. Это мы сваи надели. Зоны, которые сгодятся еще. О.
ставишь, машина пошла сама. Он заскочил из кузова и успел остановить ее. Тормоза что-то не работают. Еще? Сколько еще надо? Это пятая. Ну сколько надо-то? Из десяток привезешь. Все, за день, тогда бы все закончили. Сейчас мы никуда убирать не будем, для бульдозера оставлю. Я посмотрел, нам 10 машин вполне хватит. Дел, завод у меня не хочу, оказывается. Ну давайте, ребята. Кидайте туда дальше. Целый кирпич вот отбираем. Уже 70 кирпичей отобрали, это подарок Роману будет. Вот отдельно тут еще и 8 наберем до 80. Вот так. Вот такая интересная жизнь в деревне. Ну, когда не мешают там жить ни коммунисты, ни демократы, никто сами. И вот тут лага. Вот перегородили. Пожалуйста. Так, Ваня, лучше туда зайди, чтобы Исаакия не ударить. Закидайте в середину и туда дальше. Дальше туда, где он сырое там есть. Ну ладно, бросайте. Сколько здесь хорошего всего. Вот так. А это вот столбы стоят. Это и... Я как подсчитал, если все правильно, почти лет 180 даже, а то и больше. Потому что 200-летие Потеряевки на следующий год, это мосты делали. Лиственница, зимой взятая, смолевая. И ямы копали в глине с известью. И там выквашивали эти летом. И вот они стоят белые, и не гниют ничего, как будто железные. Мост был. Ну а мы-то какие тут против них-то? Ростом пониже, духом пожиже. Но у нас есть преимущество в чем-то, Священное Писание. Они не знали этого. Вот, видать, машина идет. Шестая по счету. Ваня выскочил из шатра, из палатки. Давай, 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 давай. Еще, 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 еще. Все. Так, открыли. Так, зелок. Ребята, ближе. Это Ваня стоит, дробот. Иван Андреевич. А там Исаакий Андреевич. А это сын Барабаша Игоря Терентьев. Закончил университет и приехал с отцом. Ну, не знаю, задержится, нет. Такой не урожай в прошлом году был. Думал, что хоть тут как-то сейчас.
Чё стоишь пыли-то? Какая нужда тебе? Эй, назад, 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 назад! О! Пускай повыше сделает и дернет. Самые в пыли стоят. Какая нужда. Думал на 3 дня. 2 машины. Одна машина сломалась. Сломалась. Он один Терентий возит, уже 6-я машина. Я на 3 дня тут всех, как говорят, блатовал. Уговаривал. А получится, что за 1 день все сделает. Хуже, когда наоборот, на 1 просят, а на 3 тогда. А ребят вот на 3 дня просил, а до обеда. После обеда идите купайтесь все время. Вот так. Вот еще если 9 машин привезут, там же свалят, тут тогда дело другое. Вот они выбрасывают сюда. Когда приедет бульдозер, спихнет это все. Вот так. Вспоминая вот эти лага. Мы были омутки, тут рыбу ловили. И вот эти кустики. Лежим, и я ребятам говорю. Они что-то говорят, а он ничего, он даже не глядит. Зажмурился. У Исаки у него вообще поздно встают. А я говорю, у меня каждый кустик. Тут и лозу мы драли, и корзинки плести. Из вот этих шляпы делали. Ну, из камыша. Камыш такой круглый. Вот он стоит рядом. А есть плоский камыш, ну тот на сыновке хорош. А это вот трасса рядом шла, трасса вот, где машина едет, машина вот, трасса. И вот она прошла здесь, и здесь были трубы положены, и вот она трасса возвышения идет дальше. Ну, только бы маленько, ну перестройка началась, все отломилось, и не стали. И стали высчитывать за все, и за дым, и за двери, за окна. Раньше такие налоги были, и чем больше статей работала за налоги, тем меньше получало государство. Почему? А отец говорит, платили за печь, за трубу. С трубы брали налог. Ну как? А никак, говорит, разломали трубу, нет трубы, дверь откроем, в двери дым идет, а без двери нельзя никак. Иначе люди в окна полезут. С яблони стали брать, а в одну ночь все порубили и все. А с овечки стали там 3, и все, порезали в один. То есть правители наоборот, чтобы дать развиваться кому-то, надо не брать налоги с них, совсем не брать, да помогать. Вот и новое поколение растет. Тут, слава богу, хоть не берут налоги с молока. Мы платили с молока, с коровы там 180 литров. Кажется, так, не знаю. Все, пока. Первый мостик. Вот сегодня последняя машина идет. Терентий, это сын старосты. Я рассчитывал на 3 дня. Ну, на 2,5. Он за полдня сделал. Конечно, он грузил намного больше, чем этот Роман. Роман опасался. Рессоры сделались уже прямые, в обратном направлении выгибаются. Машина не своя. А вот он. Разворачивается.
Володя Никиту привез, я ему сказал, привези. Никита, скорее снимки делай, последние снимки со всех позиций. От солнца зайди оттуда. Оттуда, зачем туда залез? Так, Володя, иди сюда. Сейчас кирпич погрузим, давай подъедем. Смотри, вот дорожка, там видать все. Ты зайди вот так маленько туда пройди, а потом вон самая густая, потихоньку пройди и все туда перетащи. Чтоб всегда туда не было и не видно было. Почти в самом конце слева. Вот этот кирпич вот слева забрать. Все, закрывай, сейчас будете собирать. Один лезет наверх, а другой кирпич принимает для Романа это. Да. Это мы набрали. Ну вот так. Нравится? Очень даже. Да, сними оттуда, я снимаю. Вот оттуда, чтобы то видно было. Нет, оттуда зайди, чтобы вот это все было видно. Я показываю озеро. Володя все прячет инструмент. Пускай подъезжает сюда. Давай. Ага. Еще. Ближе, 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 ближе. Все. Хорош, хорош. Сейчас кирпич погрузят. Володя, кто-то залез наверх сейчас и отсюда кирпич подавать. Все. На этом закончили. Возьмете? Сейчас. Ну-ка, Терентий. Около машины, Санька. Спаси Христос тебе. Я рассчитывал на 2,5 дня, а ты за полдня сделал. Ну, грузили-то вы намного больше, чем Роман. Он боялся, не его машина. Он говорит, ресурсы уже стали прямые. В обратном направлении могут выгнуться. И вот, спаси Христос. Слава. Все. Володя, забираешь? Конечно, а что нам? А? Забрать ее, да, если... Забери. Лезьте, кирпич заберите. Потом лестницу возьмем. Да, я наверх кто-то залез, наверх принимать кирпич. А ему бросай по одному кирпичу. Мы настройки на этажи кидали так. Кидай. Лучше подавать тогда, да. Нет, не получится кидать. Это мы немножко выбрали, там внизу больше погибло.
Это Ахала Романа вывалить. Как попало, складывай, Володя, лишь бы не расколотились. Какие чудесные облака. Я подумал вот здесь, это даже выговорить нельзя. Какая красота. Это земная красота, а как же на небе будет? Это все видишь. Вот стою, жара такая, вдруг ветер подул, и так прохладно стало. А как же там-то будет, когда богач в аду был? Ой, Господи, прости, помилуй. Смотрю на этот лог, и вот тут плыли мертвецы, это же Ноев потоп был. Только подумал об этом, до слез все жалко, и мы понимаем, что второй раз земля сгорит. Не за что-то, за содомитов, это секс-меньшинство называют. Проклятое отродье. Атомная война из-за них будет. Содом и Гоморру Бог сжег. Потому что они заменили естественное употребление женского пола противоестественным, разжигаясь мужчина на мужчинах и делая срам, и получая возмездие за свое заблуждение. Теперь мы знаем причину какая. Вот кусты пасли коров, как коровы прячутся под них от жары, от паутов. И все это навсегда оставлять надо. Навсегда. И уже не возвратишься никогда. И как это надо ценить. Вот сегодня столько сделали, привезли до обеда. Это 26 июня 2017 года. Спрашивают, а для чего вот так далеко я, ну, сделали тут, вот, забили стояки, свая. А то, что дальше-то будем еще больше делать. Вот они, норы. Какие огромные норы. Это бобры проделали и так дальше. Каким образом, чтобы они не грузили, потянули? Решили вот смолеть и смолевое ставить, забивать. Все на этом. Слава Христу!